Сигнал о пожаре в многоквартирном доме по улице Победы поступил на пульт ЕДДС 10 декабря за час до полуночи. Из квартиры, охваченной огнем, был госпитализирован 59-летний мужчина с острым отравлением угарным газом. Его доставили в городскую больницу. Причина пожара устанавливается. Вечером 8 декабря в многоквартирном доме по улице Социалистической было зафиксировано возгорание мусора в мусоропроводе. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Обошлось без пострадавших. А 7 декабря в Крым-Сараево и 10 декабря на Декабристов произошли схожие ЧП. Загорелись металлические вагончики. В первом случае причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Причина возгорания вагончика на Декабристов пока устанавливается специалистами. Погибших и пострадавших в обоих случаях нет.